Приветствую всех. В своем видео я хочу рассказать вам о системе охлаждения мотоблока, как я ее доработал. Итак, смотрим. Так как в летний период система охлаждения штатная не справлялась со своей задачей, я немножко ее доработал. Первое, что я сделал, это уменьшил шкив на вентиляторе, чтобы повысить число оборотов вентилятора. Но эффект от этого я практически не заметил. Поэтому взял я вот такой вот бачок от автомобиля ВАЗ-08 и запитал его через крышку бачка. Вот так, как вы видите, все легко и просто. Таким способом я повысил охлаждительную жидкость, и мотоблок, если раньше набирал температуру 100, то сейчас в таком режиме держит температуру 95. Получается, с таким бачком температуру можно сбивать примерно на 5 градусов, чего хватает для работы в летний период. Сейчас я покажу вам крепление. Вот так я его закрепил двумя болтами на облицовке наверху и одним болтом на глушителе. Жидкость я применяю дистиллированную воду. В зимний период заливаю тосол.